slick from the past on the flow. Tell a bitch that he go ahead and break it down low. Thoughts fast moving like they on speed dial. And I tell you that I wanna take your clothes off slow. Bad bitch, look articulated. Said you coming fast, but you never made it. Said move that ass down low. Let me see shit never shown, damn nigga. А перед началом данного ролика я хотел бы вам порекомендовать канал Жука. Он стримит на разных популярных серверах в Сампе и КРМП. В КРМП он стримит на сервере Родина РП, а в Сампе на сервере Эвол РП. Переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на канал, как это сделал я. А на этом все. Всем приятного просмотра. Всем здорово, пацаны, с вами Иван, мы продолжаем играть на серии, смотрим там номер 3, все как всегда. И сегодня мы будем, как вы догадались по названию ролика, уже тюнить тачечки. И сегодня я вам хочу рассказать, что же я купил сабновы. Это, могу сказать, это не все сабновы. Я могу сейчас сказать, типа, X5 и Silverine сабновы, а M3 только сабновы. Я еще должен купить, что я там должен купить, уже не помню. А, для конкурса я все-таки вам куплю Kia Stinger еще, извиняюсь. Также я куплю еще эту, как она называется, Golf 7R и еще что-то, это будет секрет. А также, если чего, так для общей информации, где-то, не знаю, присесть, я продаю вот этот свой субарик на виниле с номером, ну номер такой более-менее красивый, чисто на виниле, и еще продаю мотоцикл, все-таки я его продам. Мотоцикл будет Лимон, а субарик 3. Ну, скидон тоже будет вам, кто купит. Так что пишите мне в ВК, в ЛС, там ссылочка в описании, заходите. Зачем я купил Сильвию и М3? Сильвия будет под дрифт, а М3, ну, Сильвия, при этом субарики будет Сильвия вместо Сабаря, М3 будет под дрэк типа. А зачем туда X5? Для оффроуда? Нет. Я его просто купил из-за того, что здесь номер. Если вы не из Украины, то вы не поймете, это раз. Ну, кто уже мои серии смотрит, тут и поймет, что мечта моей в реальной жизни это BMW 39, да? На номере, ну, номере пофиг, но если бы такой номер был, я вообще был рад. Мой регион АВ в Украине, да? И здесь АВ. У меня 5777АХ, типа ВАХ, три последних буквы. А здесь АВВР, типа... 001 Верховная Рада. Ну, короче, кто живет в Украине, тут поймет, типа это блатной номер венецкий. Из двое купил. И переставлю на М3Е46. И получится 2Е36. Блин, Е46 и Е39. Они же похожи друг на друга. И будет 2 на украинском номере. Так что поехали, наверное, сейчас затюнем Е46 и BMW. У меня 3 лимона осталось. Да, надо продавать, короче, свои старые тачечки. Немножко уже что-то подзаработать. Давайте поставим на нее какой-то драг более-менее управляемый. У меня есть от М4 драг четкий. Ну что ты за пацан, блин, априори? Кстати, у меня априори еще не было. Надо было бы купить. Вот. Все тупо на Е46. Блин, прям хочется сказать Е36, но это не Е36. Давайте М4, что ли, поставим чипик. Да, М4. Или F90. Давайте F90 поставим. Бро. Еще это E46. Че, серьезно? Это, наверное, кого-то оно серое или что-то. Кого-то с ютуберов, хз. Но я не помню, у кого с ютуберов серое E46. Ну прям хочется сказать E46, так что извиняюсь. Да, купил ее, кстати, с БУшки. Здесь уже стоит более менее тонировка. И 74 километра, и ксенон белый-белый стоит. Я поставился в 90 чип, если что, потом могу показать. Более-менее нормально управляется. А заедем мы сначала... Я понял. Заедем в тюнинг внешний. Посмотрим, что здесь есть. Крышки капота. А что изменяется? Ноздри шире стоят. Типа как в ГТРе, да? Но я не вижу смысла их ставить, хотя можно будет потом поставить. Спойлеров что-то очень много этот раз.
Давайте первый. Ага. Второй. Ну, кстати, этот C36 стоит такой. Третий. И четвертый. Если честно, мне второй вообще понравился. Прям топовый. Расширители Arrow Thunder. Так, вот я не знаю, ставить их, не ставить. В это типа подрив, да. Ну, давайте не будем ставить пока что. Не, не надо. Передний бампер, о, тоже что-то, ну, давайте в третий, что ли. Есть такой, есть такой, есть такой, и такой, и такой. Честно, мне самое больше это понравилось вот этот. Да, давайте добавим. И задний бампер, это что у нас? Давайте добавим его. Так, вот такой вот. И не знаю, ставить мне расширение арок Fender или не надо. Вот. Ставить нет. Мне кажется, лучше не буду ставить, потому что это колхоз. И это тоже не будут ставить. Или можно по приколу поставить. Хотя это больше для дрифта, но не буду, короче. Вот такой у нас тюнинг. 260 тысяч, выезжаем. Теперь давайте поставим дисочки сюда какие-то. Так, купить покрышки в состоянии хорошей. Да, это же обновление, смотри, я забыл. Так, смотрим. Купили мы хамоны за 410 тысяч с развальчиком, сейчас еще поднимем его немножечко. Мне кажется, передний бампер немножечко колхозный купил, он слишком какой-то. Ладно, не будем уже переплачивать второй раз. Давайте посмотрим цвет. Ну, цвет настроения синий я, конечно, не хочу. И черный. Кстати, черный сочно смотрится. А красный? Я думал бордовый, но белый это не очень. Именно красный это очень. Прям черный это топ. Это и банально, но пофиг. Пойдем посмотрим счетом. Сюда. О, синяя прям. Ну, это синяя у меня есть 39-й уже, естественно, не хочется потеряться. Офигеть. Вот это, кстати, четкий цвет. Не знаю, но четкий не нравится. Просто это нет, это зашквар. И серый не хочу. Че, пацаны, черный? Давайте черный. А цвет колес и салона, это что? Че, красный? Нет, цвет будет белый, все нормально, выходим. Хоть и банально, но и пофиг. Вот сразу стиле, да? Сразу мощно. Так, после мы подъезжаем на заправочку, надо залить хорошее топливо, чтобы она хорошо ехала. И так, заливаем топливо, сливаем этот 80-й позорный, заливаем, наверное, 98-й. Заливаем на 53 литра, да? Ну, давайте 98-й. Потом курик FT, ну, вообще... Вот BMW идет MMM-ки, я не знаю. MMM-ки прям на BMW-шку это топ. Если бы сюда MMM-333, это было бы вообще топчик. Но я все-таки переставлю номера украинские сюда. Давайте помоем его, давайте уже за 5000 помоем его. Все, мокрое. Теперь поехали, поставим на нее все-таки номер. Все-таки мне хочется переставить, но MMM прям топовый. Если бы было 228 и какой-то хотя бы... Московский или более-менее знакомый мне регион, я бы оставил. А так 07 я вообще хз за регион. Да ладно, давайте переставим. 600 тысяч, да, у меня есть денежки. Два лимона, капец просто. Давайте с крузак, с X5 говорю, хотел сказать, с крузака на E46. 600 тысяч, бэйн. Почему я сказал и написал самая быстрая тачка на сервере? Потому что
данный автомобиль стоит 950 тысяч, а с БУ она стоит около 800 тысяч, что-то такое. И едет она на АИ-98. Сейчас посмотрим, сколько она едет, я уже замерил его. Сейчас покажем, давайте раз, два, три. Поехали. И едет она 375-376, это не 98-м. А считайте, на 100-м она поедет и сколько? 400, может свободно выехать. 410 она поедет на 100-м бензине, а на 120-м она поедет, сейчас скажу, 185. То есть быстрее стокового Е60 на стоковом бензине. Вы просто понимаете это? Насколько данный автомобиль быстр? А на этом все, пацаны. Всем спасибо, кто посмотрел данную серию. Обязательно влепите лайкосик. Напишите в комментарии, нравится ли вам данная М3. Нормально ли у меня она получилась. Ну а с вами был Эван. Всем удачи, пацаны. И всем пока.